Доброго времени суток. В данном видеообзоре мы с вами рассмотрим пример модификации цвета интерфейса в игре Elite. Как видим, на данный момент цветовая композиция и гамма содержит оттенки синего и слегка голубоватого цвета. Для модификации данного элемента GUI интерфейса нам необходимо отредактировать конфигурационный файл общих графических настроек игры. Необходимый нам файл называется Graphics Configuration с расширением XML. Это стандартная разметка XML файлов и необходимого кодирования символов в кодировке UTF-8. Данный файл находится по умолчанию в папке Elite, продукты и, соответственно, расширение по битам 32 или 64. Если вы используете Steam, то, соответственно, Steam, Steam APS, Common, Elite и так далее. Необходимый раздел тегов у нас содержится с использованием словосочетаний GUI. Вот необходимый набор тегирования интерфейса. Нас в первую очередь интересует тег Default, где содержится непосредственно сам цвет интерфейса и GUI элементов. Данная строчка будет полностью модифицировать код и отображение RGB цвета. Если вы не знаете стандартную спецификацию RGB, в этом нет ничего страшного, вы можете прочитать ее на свободной энциклопедии. RGB — это аббревиатура английских слов Red, Green и Blue, красный, зеленый, синий, или KZS, адаптивная цветовая модель. Как правило, описывающий способ кодирования цвета и цветовоспроизведения. Для более полной информации обратитесь к данной странице или откройте свой источник информации. Итак, приступим к калибровке цвета. Данные значения у нас отображают тот цвет, который был показан в начале видеозаписи. В данном окне вы видите цвет, который на данный момент указан конфигурационного файла игры, был показан в начале ролика. Это кодировка в хексе, и вот, соответственно, наши значения: красный, зеленый и синий. Какие вы используете программы для расчета цвета или сторонние сайты, это особого значения не имеет. Имеет значение точность расчета цвета при конечном отображении. Существует множество дополнительных второстепенных сайтов, которые на скриншотах GUI интерфейса игры пытаются предоставить вам более понятно и наглядно, как будет выглядеть ваш интерфейс в дальнейшем. Но, к сожалению, они не точны ввиду разницы расчетов гаммы и кодировки хэд-символов. Подберем цвет изначально. К примеру, выберем что-то более холодных оттенков. Произведем какую-то при необходимости тонкую настройку. И отобразим необходимые данные по цвету: красный, зеленый и синий. Перенесем данные значения в конфигурационный файл игры. Перенос расчета RGB цвета в конфигурационный файл игры выполнен. Мы можем наблюдать в следующей строчке. Итак, давайте проверим, что у нас выходит на практическом применении. Как мы можем наблюдать, цвет практически идентичен. Если по каким-то причинам вам кажется, что имеет смысл сделать цвет более ярким,
или более насыщенным, больше к редактированию файла не возвращайтесь, а просто-напросто зайдите в настройки игры, графика и откалибруйте яркость приборной панели на свое усмотрение. Также, возможно, понадобится какая-то минимальная гамма-коррекция. На этом данный видеообзор закончен. Спасибо за внимание. Всего доброго!